улице не вижу. Вот тебе есть. Ну это я вижу. Сегодня долгожданный, знаменательный день открытия нового здания школы-сада, муниципального казенного общеобразовательного учреждения, Батамайская основная общеобразовательная школа и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад Киричене. Мы с вами сегодня являемся свидетелями такого хорошего события. И для нас, как для правительства республики, это тоже очень волнительный день. Мы сегодня открываем одну из 15 построенных школ в республике Саха-Якутия. И чем знаменательно и примечательно, что эта школа сегодня является школой-садом. И что сегодня в вашем селе полностью будут охвачены все ребятишки дошкольным образованием. Я думаю, что для всех это нас очень важно, и хотелось бы нам с вами всем пожелать счастливый путь, и чтобы побольше было таких зданий, и чтобы побольше у нас пошли в первый класс ребятишек, и чтобы побольше наши дети выходили умными, здоровыми, ответственными, и чтобы республика наша развивалась и в будущем. В добрый путь всем!